Тернгульском районе почтили память оперативника Петра Булыгина, который героически погиб 89 лет назад при задержании бандитов. Полицейские возложили цветы к памятнику, установленному на месте гибели героя. Минута молчания завершилась автоматным залпом. На этом месте 25 июля 1933 года Петр Иванович получил смертельное ранение в ходе операции по ликвидации бандитской группы, перевозившей жителей Ульяновской области. Уверен, что каждый сотрудник ульяновской полиции несет в своем сердце отпечаток этого подвига. Сразу после этого в торжественной обстановке 30 молодых сотрудников полиции приняли присягу служить России и закону. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудников органов внутренних дел уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. После официальной части состоялись традиционные спортивные соревнования между сборными командами структурных подразделений регионального УВД.